В Мирном скоро откроют первый в районе центр социального предпринимательства. В новом учреждении самая низкая арендная плата в городе. В свою очередь, проекты предпринимателей только социально направленные. Как готовиться к открытию центра, расскажет Марианна Кутукова. Снаружи кафедра горного и нефтегазового отдела, а внутри – студия танца и фитнеса. Такой парадокс пока встречается за каждой дверью. Ведь новый центр социального предпринимательства находится в бывшем здании университета. Наталья Ковалева признается, что арендованный зал тесен, но это лучше, чем закрывать студию насовсем. А был риск, то, что вы хотели закрыться вот из-за дороговизны аренды? Конечно, это очень большой риск, когда очень большая аренда. Здесь ценовая категория очень приемлемая. В остальных местах, где я пыталась открыть, была ценовая категория высокая. Здесь очень здорово. У Натальи могут заниматься с большой скидкой владельцы социальной карты. Ее занятия уже давно пользуются популярностью среди детей, многодетных мам и пенсионерок. Пожалуйста, Таисия. Мы умеем вот так. Условие для желающих открыть свое дело одно – социальная направленность проектов. Стоимость арендной платы самая низкая в городе – 767 рублей за квадратный метр. Обеспечение условий легальной предпринимательской деятельности путем предоставления помещений в центре города. Помещения предоставляются на льготные условия. Арендная ставка нулевая. Она состоит из возмещения коммунальных платежей самими арендаторами, и за счет таких платежей они имеют право находиться в помещении и оказывать свои услуги. Сегодня из 13 помещений 11 уже заняты предпринимателями. Творческая мастерская, кабинет визажиста и фотостудия также скоро откроют свои двери. Официальное открытие Центра социального предпринимательства запланировано на 13 марта. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.